На Пекинке после столкновения с БМВ легковушку отбросило на автобус. Как сообщают в пресс-службе ГАИ, авария случилась в 10:20 на 9-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Водитель БМВ 1993 года рождения совершил наезд на стоящий для совершения маневра автомобиль Hyundai. В результате столкновения автомобиль БМВ отбросило на автомобиль МАН, а автомобиль Hyundai на автобус. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.